Душою не стареете, спешим от нас вам передать привет и пожелания долгой жизни, как в юности, смешливы, веселы, всегда в движении, в делах по жизни, болит вам некогда, в трудах все вы, и добрыми руками вы творите, от нежности, тепла и понимания лучатся ваши добрые глаза, примите знаки нашего внимания от внуков благодарных навсегда. Уточняем. Здесь это я. Это я. Я уточняю. Перед вами не внуки, нет, а хор ветеранов труда. Каждая из них ветеран труда. Я это все скажу.